Я говорила Светлане Алевтине, что не люблю фоткаться коллективно. Фоткаться коллективно, особенно общим планом. Но Алевтина хотела. Ее поддержала Светлана. Первая серия снимков была на мобильник Али. Фоткал прохожий. Девчонки его поймали. Прохожий спешил и не хотел возиться. В итоге не поработал над композицией. Он заставлял нас прижаться плотнее друг к другу, но Альке обрезал прическу, а Светке руку, а мне он обрезал голову. Я повыше. В итоге из 30 ни одной не вышло. Решили заселфиться, чтобы никого не дергать. Мы девки крутые, по селфи у нас пятерка, надули губёхи, взглянули довольно сносно. Но оказалось, у Светки проблема с носом. На Светкиных селфи он выглядит аккуратно, а рядом с моим напоминает трактор. У Альки возник титанический подбородок, короче, не селфи, а просто парад уродов. Решили у зеркала. Ладно, уже ввязались, нашли. В туалете общественном на вокзале. Ну я-то повыше, это ничуть не круто. Стою гулливершей в сообществе лилипутов, короче, ужасно. А девки кричат «отлично!» и просят немедленно скинуть шедевры в личку. В Фейсбуке, ВКонтакте, в WhatsApp или на мыло. 400 снимков позора я удалила. И пусть эти дуры меня матерят обильно. Мне пофиг. Когда я снимаюсь на свой мобильный.